Так, я покрасила голову краской Лонда в оттенке Мокко. Вы можете сейчас видеть цвет, который передает камера. На самом деле оттенок очень приятный. До этого голову я красила краской другой в оттенке горячий шоколад. Ну и сейчас вы можете видеть, что цвет достаточно приятный. Я не могу сказать, что он темный, но достаточно такой, как бы вот оттенок такого, знаете, горького кофе, на мой взгляд. Но в принципе неплохо, неплохо. Краска мне понравилась, поэтому я советую ее к использованию.